«Улетай на крыльях ветра» исполняет иеромонах Фотий. Красная.
Надежда подсказала, дорога привела меня туда, где роза прекрасная цвела, и сердце загорелось от яркого огня, но стрельнейшей пламени ты встретила меня. Роза красная моя, сердце часто бьется, лепестков твоих дурман надо мною вьется. Роза красная моя, привыкаю к воле, навсегда тебе шипы все. Хочу тебя коснуться, шипы мне пальцы жгут, хочу уйти, а ноги обратно не идут. Стою перед тобою, дыхание затая, не будь со мной такою, колючая моя. Роза красная, сердце часто бьется, лепестков твоих дурман надо мною бьется. Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда тебе шипы сердце мое приканули. Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда тебе шипы сердце мое прикололи. Надежда подсказала, дорога привела меня туда, где роза прекрасная цвела. И Романов Фотин, ансамбль народных инструментов «Финист Балалайка», главный художественный руководитель и дирижер Николай Азаров. Музыка Александра Варламова. «Красный сарафан». Солисты. Заслуженный артист России Сергей Дружинин, флейта. Максим Козлов, балалайка.